Всем привет, с вами Пенни Прец, и это старт еженедельного воскресного розыгрыша. А еще сегодня будут open кейсы на сайте Easy Drop. Что будем разыгрывать на этой неделе воскресенья? Да то же самое, что и в прошлое воскресенье. Будем разыгрывать папки 50, 100 и 150 рублей. 50 рублей будет разыграно в случае, если этот видос наберет 20 лайков. Так, что там следующее? 100. 100 будет разыграно, если этот видос наберет 25 лайков. И 150 будет разыграно в случае, если этот видос наберет 35 лайков. К моменту начала розыгрыша, ребята, к моменту начала розыгрыша. Вот. Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Нужно быть подписанным на канал от одной недели более, поставить лайк этому видео и в комментариях, и под видео написать комментарий минимум из 5 слов. Всего лишь несколько простых шагов нужно сделать, и ты сможешь выиграть бабки. Или не сможешь. В общем, как удача будет на твоей стороне. Ладно, я на изи-дропе вернулся, не знаю, чего ожидать. 250 депнул, плюс промокод там на 100 рублей мне прилетел. Сейчас заберу 3 грозы. Нет, 3 алоха, да, заберу? Заберу 3 алоха. Ну сколько, 2 недели я здесь не был. Что ждать, какие кейсы открывать, я честно даже не знаю, чего. А я уже думал, арктический волк выпадет. Я уж прям думал, нихуя себе, думал, может, забыл меня сайт. Хотя хуй его забыл. Ну, в принципе, я тут смотрел этого, Фарго смотрел. Он там тоже, ему там что-то поднаваливал, изич он там прям. Конечно, он там депает и депает, да, там, ну там тоже поднаваливал. Так, чё? Что бы заделать? Что бы сделать? Так, давай, у меня тут, короче, есть... Ух ты, вот, это, короче, все для контракта, скины мне тут напали. Давай с контракта начнем. 2 скина, это, короче, в контракты только, а этот, короче, там сейчас выпал. На 111 рублей контракт, посмотрим, насколько получится забрать по факту. 143, найс, 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 найс. Что-то получилось. Так, вопрос, знаешь, в чем? А какие кейсы крутить? Может, бомжа на все крутануть? Тогда я ж помню, как-то бомжа мне там что-то сыпанул. Давай покрутим бомжа, потому что шерпа, он, блядь, всем уже надоел. Шерпа, он уже всех заебал. Вот, это не челлендж. С засекреченного я не буду начинать. Вот, начнем с бомжа. С бомжа начнем, посмотрим, что с него и как выпадет. Надо было за 8 рублей, наверное, продать этот нахуй скин. Просто, честно, даже не знаю, что, блядь. Точнее, даже не верю в то, что... Так, и тот сразу туда продадим за 8, пока он далеко тут не убежал. Не верю, точнее, в то, что смогу, в принципе, блядь, отсюда что-то с изидропа забрать. Потому что, ну, он реально меня прям подымал, а сейчас прям... Так, ну такие я оставлю, наверное, для этих. Для апгрейдиков все-таки 10% попробуем, посмотрим. Чего да как будет. Ну, о, экзоскелет. Ну это сатен должен стоить, да, наверное? 46, ёб твою мать, как же ты упал в цене-то, ёпарас, это экзоскелет. Прям рухнул, обвалился. Колымауга, может, в принципе, еще бы стоил чего-нибудь. 23 оставим. Оставим на апгрейды, может, блядь, залетит что-нибудь, хер его знает, да? Вот, типа, как гроза. Юсов, хухусов. О, ну 40 рублей еще прилетело. 45 даже, поняли, 45 рублей прилетело. Так, еще. Шо я смогу открыть одного бомжа? Вот, может, надо было шерпу и крутить, и все. Колымага? Да ладно. Да ну нахуй ты, ебучая гроза. Вот он до последнего тянул. Это пиздец какой-то. Я думал... Вот реально, блядь, я думал, на Колымаге остановится. Ебучая гроза, блядь. А, кстати, за окном сейчас тоже скоро гроза будет. Сейчас опять гроза. Хуй тут удивительного. А чё ты не тянул до вот этой, блядь, до ПП? Хуйни-муйни, да. Ну давай тогда в шерпу, ебать, что тут 30 рублей осталось. Давай тогда в шерпу посмотрим. Чё, по 2. Давай по 2, чтоб нахуй долго не ебаться. Под вас шерпы. Может, надо было просто шерпу крутить и все. И может, шерпа... Может, блядь, шерпа это и есть кейс, который мне надо крутить, блядь, по... Ну,
по этому, по дефолту, блядь. Постоянно крутить и крутить, крутить и крутить только шерпу. Не зря же я его там 14 тысяч раз открыл. Да. 14 тысяч раз, это же о чем-то говорит. Это же о чем-то говорит. Не, такое чувство, знаешь, чувство слив будет. Ну, блядь, у меня все всегда такое чувство. У меня, в принципе, всегда такое чувство, что будет слив. Вот. Постоянно, нахуй, такое чувство. Постоянно. Не, ну все равно его как-то надо сейчас раздуплить. Его надо сейчас раздуплить опять, блядь. Чтобы он это, типа... Типа свои люди вернулись, а пора давать, да? Пора выдавать. Пора выдавать. Ну, две синьки будет, да? Франклин, конечно, был получше, но... Все-таки здесь тоже, ладно. Пока как бы не серая, пока не чистая шерпа летит, это уже заебись. Хотя, что заебатого, да? Слушай, а что-то уже-то... А что-то я уже это не вижу, слушай. А уже убрали, что ли, отсюда? А вот разок уже пролетели, да? И все. А, ну все, начал. Нет, синяя все-таки. Ну, хотя это мог бы стоить, зашибось. Ну, как бы так. Так себе, такое себе. ГГЦО, говнецо. Там кто-то, сука, сажу выбил. Так, глубокий рельеф и гроза. Не, ну если гроза за 5 сотен, то это лады. Ну нет, хуй-то там. Не, ну один-то скин я заберу, который там за сатенчик вылетел. То есть я... А, ну все, вот. Вот теперь толстый намек на то, что пора отсюда съебывать. Цифровая детка. О, да, детка. Цифровая детка. Блять, какой понедельник начинается? Хуевенько, хуевенько. Так, продаем. Эй, я ж продал. Не хватает. Так, апгрейды. Что у нас тут для апгрейдов есть? Что есть для апгрейдов? Давай с тебя и... Ну да, 10% начнем. По 10% посмотрим, что как улыбнется. Не улыбнулся. Тебе же хуже, сука. Тебе же хуже. Тебе же хуже. О, давай разъяренную толпу. А чего бы и нет, да, собственно говоря, чего бы и нет. Тоже, видишь, хуй на руль. Хуй на руль. Ну-ка, ты что такое? Desolate Space. Как ты, безлюдный космос называешься, да? Ну, красивый скин-то вроде, красивый. Залетишь? Нет, не залетишь. Вот ты собака. Собака ж ты серая. Собака ж ты серая. Чё я вот ебусь с этими, блядь, по-моему, постоянно, да, вот, блядь. О, скоростной зверь, смотри, есть. Вот такая скоростной зверь есть. А чё пинет? А почему пинет, да? Давай, нахуй. Давай. Есть! Ху, блядь. Спасибо тебе, Изи Дроп. Спасибо тебе, Изи Дроп. Слушай, я знаешь тогда что думаю? Ну, раз мы скоростного зверя намутили, да? Намутили скоростного зверя. Сколько мы тут пока? 600 мы сделали. Так, давай. Вот эту тогда я продам. Раз мы подняли бабла, это я продам. А... И покрутим. Давай снова бомжика крутанем. Блять, ну ты же должен бомж дать что-то. Блять, ну ты же нормальный мужик, бомж. Бомж, ты же нормальный, сука. Ты ж не тот, который помоечный. Янтарный градиент. Ну, окупил, по крайней мере, окупил. Хуй, ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Окупил кейс, по крайней мере, янтарный градиент это, да. Но... Вот тащи его до сюда, вот чё ты, блядь? Хуй. Хуйло, блядь, конченое. Чмо. Чмо, блядь. Во, а чё ты до бога червей? Чё, слабо, да? Слабо, сука, на бога червей тебе. Слабо, похожему. Ну, блядь, чё, снова шерпа. Ревик за 55 есть. Давай тогда снова шерпа. Давай снова по 2. Чё, уже затягиваем, да? Затягиваем. Скоростной зверь. О, ясно все. Ну, блядь.
Ревик, если что, продать можно тоже тогда. А может заапгрейдить попробовать? Да хуй-то там, да? Ну чё ты, падла, ну чё ты надо мной издеваешься, собака ты, а? Изи дроп, собака. Ну, ну вот тут стой. Нет. А так хотелось, чтобы ты там стал. Так, давай тогда чё? Ревик, давай нахуй тебя продадим. Продадим. Снова в бомжа. Сука, я с бомжа что-нибудь заберу. Или не заберу, да? Красный за 55 рублей скин. Сука ты. Сука ты. Точно, сука. Ёбаная ты, сука. Какой же ты козел. Какой же ты козел, бомж. Ну давай тогда. Шерпа, бляха-муха. Ну давай два раска. На два раска хватит. Ну, похуй. С дробовиком уйдем тогда. Уйдем с дробовиком. С дробовиком уйдем. А может и нет. Не знаю. Ну да, наверное, скорее всего, с дробашом я уйду. Ну и то заебись, в принципе. То заебись, дробаш. О, у меня сейчас, походу, ливень будет на улице. Там пиздец потемнело. Потемнело, прям пасмурно-пасмурно стало. Старый олд какой-то открывает. На один, да, ну давай. Гремучая змея. Ну да, давай до сюда, вот дотащи. Дотащили, все отлично. Ну, чё, вот так, вот так. Уходим, короче, отсюда. Мы со скоростным зверем. Уходим со скоростным зверем. В общем, вот такой получился видос. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И, конечно же, участвуйте в розыгрышах, которые у меня проходят. Всем пока. До новых встреч.